Добрый день, дамы и господа, с вами Big Black Man, и сегодня мы продолжаем проходить Battlefield 1. Ну что же, поехали. Так, компания. Продолжить компанию нашу. Самолетную, где она тут? Так, друзья из высших кругов, до да? До того, как я прибыл в Европу, я никогда не видел аэропланы живьем. Они кружились. Да, падение с небес. Это мы слышим. Продолжить. Птиц, ясно. Разделять врагов, используя приман. Когда враги разделятся, от них проще уйти. Как и убить их рукопашным, тихо и незаметно. Да, мы в прошлой серии, по-моему, разбились на самолете, наш напарник погиб, а мы вроде как живы остались. В тылу врага. Давай уже. Так, лопата. Вернись к своим войскам. Готов. Оружие есть. Так. Блин, если бы я что-то видел, вообще бы чудесно было. Дверь. Так, куда мне идти? Ага. Вот сюда. Отмечено на карте. Так. Кто-то есть? Ладно. Потом прожектора. Ревок. Можно сказать, мне много раз приходилось уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Ну да. От немцев я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к британскому фронту. Тихо, как уличный кут. Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. И еще половина Берлина, не меньше. Нихера ты герой. Так, отмечать этих можно. Всяких немцев ж немцев. Пальцем тыкнул, и он отметился. Так, давай сейчас потихонечку перелезем. Как шнырь сейчас. Блин, где лопата? Короче. Оп. Бля, он глухой, короче. Как таким глухопердей можно быть? Мне повезло. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Это да. Сейчас пойдем и поговорим. Так, он еще, да, один? Ого, их тут толпа. Тыкай, тыкай у них пальцы. Так, приманку как кинуть, я уже и забыл. Ладно, давайте обойдем их. Или там тоже есть? Есть. Двое. А ну если мы покрысячи. Сколько вас тут? Один. Давай потихонечку, никого не трогать нафиг. Два, блин. Лучше этого зарубать. Кажется, лучше вот этого одного рубануть. Нафиг она нам надо, у нас есть винтовка. Кого? Так, валим отсюда. Просто валим и все. Ну что, все в колючке? Ой, я вышел за зону, я понял. Ага, хитрый, нам тут нельзя, короче, находиться.
Ладно, придется через этих ублюдков идти. Не умничай. Тут что, немец есть? Короче, он косой, да? Себя помнил, как кидать приманку вообще. Не успел. Не помню, как приманку кидать, ё-моё. Все, теперь можно. Ага, спокойно, да, хотел сказать. Такс. Как же приманку кидать? Ага, во. Цешкой. Давай, давай, иди проверь. Че за херня, братишка? А я тебя тут зарубаю. Иди, иди, иди. Иди, проверь. Иди сюда. Ну? Все. Блин, сейчас он спалит, да, короче? Что кто-то подсдох. Сука. Иди, иди сюда. По-любому сейчас. Сейчас он увидит. Увидел? Надо на него быстро выбежать и зарубать его. Блин. Я ж не видел, что тут третий. Сука. Придется бежать и рубить и третьего. Давай. Не успел. То вы, короче, меня запарили уже. Идите в жопу. Подозревать меня. Я так по одному буду лупасить и всех перебью. Нафиг вы срались мне. В окопах было полно солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Ну, ничего не произошло, я понял. Иди, иди сюда. Спать. Так, тут что? Включить сирену. О. Это уже лучше. Рубил. Лег спать. Опа. Да сколько у вас тут? Спать тоже. Сука. Бля, вот это жестяк. Вот это жесть. Сейчас пойдет жесть. Пошел ты. Жестяк. Блин, как я так. Блин, темновато, если честно. Ни хрена не видно. Оп. Блин, я ч... Вот, по-моему, кто-то... Есть, падла. Так, чуть-чуть... Блин, я ничего не вижу, если честно. Так. Сейчас, падла, эти меня будут поджидать. А мы текаем все. Давай отсюда. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Это да. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки. Труба там, крики. Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Ух, это твой самолетик. Да ничего не уцелело от такой развалин деревянной. Уилсон. Мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно. Это он визжал. Черт. Прости.
Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал. Слово, черт возьми! Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза! Ну что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ну так, он знает тут. Ты не Трехем, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а? Думаешь, я совсем простак? Понравился ему. Ладно, давай отсюда убираться. Ты бы еще больше пораздумывал. Офигеть, мне его тащить на себе сейчас, да? Нас будут отстреливать, да? Вернитесь к своим войскам. Времени на то, чтобы... Черт, как больно. Ну, конечно, красота тут. Идут к нашим позициям. Немцы известны тем, что не любят сдаваться. Они делали все, что могли, чтобы поймать. Так, нам надо потихонечку от них так скрываться, чтобы нас не заметили, как мышки. Так, присесть. Присели. Так, идем сюда. По окопах. Блин, ну конечно жестяк, все стреляют. Пулеметчики натасканы. Палят во все подряд. Ох. О, подожди, на свет не попал. Эй, ублюдок. А как же нам успеть пройти? Вроде успеваем. Оп, тут остановились. Наши парни подумают, мы немцы. Ну это да. Так, нам как-то вот туда надо идти. И охренеть, за вот этот танк быстренько надо сныкаться. А нам сюда идти и надо, походу. Оп. Свет, дождись, пока пройдет. Сейчас дождемся, бля, там тело ползет. Так, есть, пошли. Куски это земли летят, вся фигня. Конечно, ребятки постарались, да? Блин, а может зря я сюда ползу, а? Может и зря. Свет, не выходи. Да я не выхожу, не выхожу. На свет на твой, блин, а как же нам пройти, а? Увидят? Не увидят. Дома. Ага. Почти вот именно. Ключевое слово. Почти. Мы дошли. Мы дошли. Так-то немцы или наши валят во всех подряд? Да англичане. Дошли мы, крутаны. Англичане. Нас наши же и стреляли, ёпта. Устал. Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Так я вот. Я тащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. Это меня просто невообразимо бесит. Его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец.
и он ответит за свои преступления. Вот так вот. Именно так, Блэкберн. Жопа. Лондон. Эсминец какой-то. Или крейсер. Я в них особо не разбираюсь. В кораблях эти. Сейчас тут, походу, начнется что-то. Собрался на ферму? Я хочу выступить в твою защиту. На трибунале. Может, будет толк. Вряд ли, но... Спасибо. Вот так вот. Уилсон со мной, мне нужен стрелок. Сюда, я все сделаю. Рекхэм, я хочу помочь. Я не заслужил право летать. Вот так, нифига. Уилсон, если я умру, то умру в небе. Жестяк. Ну давай, за дело. У тебя немцы. Точно не хочешь передохнуть? Абсолютно! Я понял. Над Лондоном покружлять можно, в принципе. Во, ничего себе. Вот это красота. Да. С управленницем вспомнить, управленец тут, конечно, красиво сделано, офигеть, просто жестяк. Ладно, идите в очко. Вот так вот, бля, там виражи какие. Вот там вираж, как тебе? Главное, что он самонаводящихся ракет нет. Возвращаю. Так, сели на хвост педику и стреляю. Есть. Готовченко один. Минутех нарвались, бедрила. Блин, конечно. Ладно. Не, ну круто. Бои в воздухе, конечно, сделаны класс. Только управление для меня, блин. Как они далеко. Так. Сучара, ты смотри, на хвост сел нашему. А так, как ты? Сука. Вот жопа. Перегрелись чуть-чуть, ладно. Где? Да, я спереди только вижу. Да чудит, а, виражи какие. Чудеса на виражах. Что такое? Это что такое? Эй! Чё за глюк был? Ты куда летишь? Возвращайся в бой! Да это не я лечу, это глюк какой-то. Это свой, ёпты. Получил бедрильник. Он ещё летит один. Фрицы сраные. Ё-моё. Есть. Подбили, это уже лучше. Где они тут? Ладно, второй. Остался один истребитель. Так, сейчас мы ему по сраке надаем. Где он там? Дымится вовсю, да? Уже ни одного не осталось. Можно и починиться. А не остался. А что? Я думал, мы его все того
Где он там? Где он? Ты? Ах, сейчас мы вот там. Да, конечно. Не попал в него ни разу. О, это уже серьезно. Надо их дуплить день. Наша цель — бомбардировщики. Сосредоточься на них. Я дам полную тягу и место в них. Но меня стрелки не достали. Держись. Так, где ты тут? Ага. Сука, они ниже идут, да? Ах ты. Сука. Он медленно летит. Ладно. Давай того догоня. Где он там? Тулится. Чё-то я не вижу. Держи скорость, пользуйся высотой. Да охренеть. Вот это... Ну, а чё так долго? Да ладно. То чё так долго? Есть, один ушёл. Так, я понял. Это он? Есть. Пошло дело. Вот ещё идут. Давай. Ничего себе. Давай его, дупли нафиг. Так. Чинимся. Еще раз. Так, тут уже, смотрю, истребители, да, и вся фигня. Где тут бомбардировый? Вот он где-то. Ага, вот он. Сука, ладно, давай. Бля. Так, чинимся. Да какой подбитый ты. Ну, целее целого. Что ты там рассказываешь? Ух ты. Педик сраный. Так, наша цель... Ладно, какую скорость держать? Где вы тут? Ничего, сняли еще одно. Так. Ты под обстрелом, как будто я не под обстрелом. Есть. Еще один ушел. Давай, заряжай. Эй, ты что делаешь? Не надо меня только топить за собой, так. Вот они, да? Сейчас моего. Давай. Сука. И мы попали все. Ох ты, сука. Быстрее. Быстрее. Сука. Иди в жопу. Сейчас. Сейчас развернемся, дед. Ах ты, падла. Падла, на. Нет? Хорошо. Да ты запарил меня, ты. Где там починка наша? Хорошо, давай от него уйдем сейчас. Я что, тут один их стреляю или что? Где он там?
Что-то я не понял, где он? Сука. Че, прям под нами? Вот он. Спрятался, ты смотри. Мы его сейчас так достанем. Сука. Готовченко. Жестяк. Не успел отремонтироваться. Наша цель — бомбардировщик. Блин, один остался, не завафлил. Будем сосредотачиваться. Да я ж крутой-то. Берегись, берегись! Насрань. Сейчас чуть уйдем от них. Починку и будем дуплить их. Где вы там? Я ж не был на инструктаже, ты шо? Пошел. Один пошел. Так, давай за теми лететь. Ублюдка. На тебе, прямое. За нами! Он прямо за нами! Сука. Да ты достал. Ты смотри, какой ты крутой. Перец. Ну шо ты, сука? Туля, он офигевший. Да я ж согласен с тобой. Да ладно, блин. Держи скорость, пользуйся высотой. Сука. А, есть. Блин, где они тут? Вот это вот же. Вот он. Падла. Сука. Че так долго, блин? Пулеметиком, значит, их пошел гулять. Вася. Вася ушел. Есть. Красавчик. Нас попали! Насрать. Что, в вас попали? Мы тоже попали, нет? Отличненько. Давай его потихонечку. Сука, ни одной ракеты не попал, что. Есть. Отлично! Ого. Короче, с пулемета иду, плиз. Один готов, а мне один нужен. Ты, сука, вернулся, педик. Есть. Ого, у нас проблемы. О, ё-моё. Давай только без выдумок. Ты же говорил, что хочешь медаль, хм, да? Этот чертов дирижабль скоро будет над Лондоном. Ну что ж ты в розыске дирижабль, да? О, вот же есть. Ой. Зашел.
Так, сразу на ракеты. Пошло дело. Он здоровый, у него легко валить. Ох ты, мать твоя. Ладно. Не попал. Вот я попаду. Починимся пока. А, тут еще вражеские истребители. Ублюдок. Где ты там? Что так мало, блин? Насрать. Крутой, вот он. Да сейчас починимся, что ты ноешь? Ох. Да нормально все. Отличненько. Бьют, не добьют. Туда долбят хорошо. Где ты тут? На хвосте истребитель! Стрягивай! Стрягивай! Получилось? Да. Да где ты тут спрятался в облаке? Чё, скоро одному жопа уже? Ух, чуть не встрял. Так, в облаке. Уходим. Уходим, уходим. Так, есть. Сейчас одному жопа уже. Да я тебе говорю, блин. Хрена с два, что так плохо, а? Что ж так? Так, как будто я не под обстрелом, блин, в одном самолете-то. Заткнись, пидор. Да где ты там? Она. Готов. Один есть. Один готов. Ух ты, блин. Подобьют сейчас? Сейчас подобьют. Есть. Сейчас мы будем бегать еще по дирижаблю, поэтому. Ну да. Если я умру, то умру прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Да так. Нормально. Надо подбить зенитку. Так давай, поперли. Давай! Я прикрываю! А у тебя есть хоть оружие там какое-то? Так, надо подниматься. Вниз не смотри, хорошо? Хорошо. Захватите зенитное орудие. Надо подбить зенитку. Безумие. Ты идешь? Да, жестяк на такой рядом самолет. Видели, ребят? Так, мы внутри дирижабля, да? В порядке? В порядке, нормально все. Найди путь наверх. Я пойду к зенитному орудию. Давай. Понял, сделаю. Так, теперь главное не упасть. Такс.
Ни хрена, если честно, не вижу. Ага, вижу. Бля, класс, тряпочки порваты. Чудненько, можно сказать. Я, если честно, ничего. Так. Не вижу ничего. Так, нет. Все нормально. Это точно. Ахтун, ахтун. О, ППШ какой-то. Офигеть, вот так лазит. Да я бы не хотел, ты чё? Где вы тут? Пошло дело. Пошла жара в хату. Красота, конечно, есть. Так. Есть. Готов. А теперь будем отстреливать вражеские самолетики. Я так понимаю, где они там? А вот это, да? Фрицы, вы где? Главное, по своим не дуплите. По своим хоть бьем. А. Я понял, по нему сейчас подуплим, он сдохнет. Сука, перегрелись. Пошло. Жопа ему, жопа. На тебе, сука. А, ну на 360 что ли? Пробуй попади в них. Ой-ой-ой, это кто такой? Теперь мы с тобой в расчете! Блин, ты шо тупишь? Бля, там валятся, я лупаюсь. Это картина, конечно, репа. Пошло дело. Ого. Лупануло так лупануло. Он на вас летит. А куда уходить? И куда вы? Вниз, что ли? На воду. Ну, воду еще может быть. Если солдатикам упасть, в принципе, да. Картежник. И это моя история. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. Так вот. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Не знаю. Открыта запись кодекса за рождение воздушного боя. Так, пройдена военная история. Отличненько. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим видео. В следующем уже пойдем в третий этот эпизод играть. Вперед, Савоя. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока и удачи, мои дорогие. Пока-пока.